Здравствуйте! Программа «День за днем» на Ивантеевском телевидении. Я Екатерина Друзьяк. Сегодня в выпуске. Главное помнить, в Ивантеевке прошла традиционная акция. Приоритеты. Строительство социальных объектов – наша основная задача. Наш подарок выпускникам. Накануне прощания со школой вспомним, как все начиналось. Спасти чью-то жизнь. Ивантеевцы приняли участие в Дне донора. Об этом и многом другом прямо сейчас. Строительство социальных объектов, новая школа на Студенческом, стадион «Труд», пристройка к 7-й школе. Вместе с главой Ивантеевки Максимом Красноцветовым следим за ходом строительства еженедельно. Подрядчик подтвердил свою платежеспособность по поставщикам материалов и смежникам. Глава города Максим Красноцветов начинает рабочую субботу с оценки прогресса на ивантеевских объектах социального строительства. И первым делом – стройка школы на 1100 мест на Студенческом. Везем новую фанеру, уже на весь объект ее хватит. Мы везем полтора этажа сразу, чтобы он мог перекрываться. На стройке установлен второй кран. Число рабочих в ближайшее время увеличат до 70 человек. Это без инженерно-технических работников. Сейчас школа находится на этапе производства монолитных работ по возведению несущих конструкций здания. Согласно проектным данным, школа будет четырехэтажная. Общая площадь проекта составит почти 19 тысяч квадратных метров. Нами рассмотрен детальный график, где мы определили реперные точки, когда у нас подрядчики уходят с площадки с сетями, когда мы совмещаем вот эти два объекта, которые рядом стадион и сети школы. Собственно говоря, подрядчик 15 сентября обещает здание школы поставить под кровлю. Реконструкция стадиона «Труд» идет плановым порядком. На объекте трудится 35 человек. Полностью отлита монолитная часть административного здания. Выполняется кирпичная кладка. Выполнен дренаж поля. Осталось засыпать щебнем. Глава акцентирует внимание строителей на максимальное сохранение зеленых насаждений. Но именно здесь, в лесной части, проектом предусмотрена установка забора. Меняются уровни грунта. Вы знаете, это не территория лесопитомника, это территория строительной площадки. Потому что и поэтому все зеленые насаждения, какие здесь есть, они подлежат удалению. Однако строители сделали все возможное для того, чтобы те деревья, которые не попадают в зону строительства, они остались. Если вы обратили внимание, вот березы стоят, абсолютно никто их не трогает. Максимальная степень готовности у пристройки на 200 мест к 7-й школе. На объекте трудится 45 человек. Началось армирование стен переходной галереи, которая соединит пристройку с основным зданием школы. Приступили к армированию второго финального этажа. Ведется монтаж внешних инженерных сетей. Также смонтированы колонны спортивного зала. Фермы, которые перекрывают спортивный зал, находятся на объекте. Приступили к благоустройству, завезли щебень, выполнили дренаж, установили бортовой камень, сделали закладные под освещение и внутри пристройки приступили к кладке. Подвал полностью закончен, сейчас работает на первом этаже. Потому как организованы работы, я думаю, что этаж это примерно 10 дней. Перед подрядчиком стоит задача увеличить темпы работ, чтобы обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до конца 2019 года. Проекты реализуются в рамках государственных программ Московской области, строительства объектов социальной инфраструктуры и спорт Подмосковья. Пожертвовать не только своей кровью, но и личным временем. Общегородская акция объединяет ивантеевцев. Всего в городе около 1000 человек сдают кровь регулярно. Более 200 имеют звание «почетный донор». Перед кроводачей нужно заполнить анкету, проконсультироваться с врачом, измерить давление и уровень гемоглобина. Московская областная станция переливания крови. Весь собранный материал отправят в региональный банк. В Ивантеевке сдать кровь можно не только во время акций. Отделение переливания крови Центральной городской больницы ждет совершеннолетних ивантеевцев каждый вторник. Чувствую себя отлично, персонал великолепно, все нравится. Стараюсь сдавать регулярно, сдаю, потому что, ну, жизненная позиция – помогать людям. 450 миллилитров – норма на человека. Это примерно 10% от общего количества крови в организме. В день кроводачи по закону донору полагается отгул, а также справка на еще один выходной в течение года и компенсация на питание – 670 рублей. Сегодня у Владимира юбилейная 10-я кроводача. Буквально в 2016 году друзья, коллеги сказали, что давай пойдем сдадим, потому что доброе дело, что на благо, может быть, кому-то это поможет, на следующий день у тебя хорошее самочувствие, то есть, ну и вообще, вот обновляешься.
Сладкий чай способствует улучшению кровотока и самочувствия доноров, поэтому на станции переливания крови вы можете выпить его сразу после кроводачи. Елена Цифаркина, Сергей Денисов, программа «День за днем». Обратный отсчет. На заседании фракции «Единой России» в Совете депутатов обсудили активность народных избранников и утвердили перечень ближайших мероприятий. Депутат Московской областной думы Сергей Кирселян отмечает, что активность муниципальных коллег как на сайте «Избиратель-депутат», так и в своих аккаунтах в социальных сетях лучше всего демонстрируют реальную работу с населением и на местах. Большинство депутатов Ивантеевского совета исправно публикуют отчеты о мероприятиях и действиях. Фракция «Единой России» в городском представительном органе занимает 9-ю позицию в соответствующем областном рейтинге. Сейчас активность каждого и всей партии в целом важна, особенно накануне выборов 8 сентября в Совет депутатов Ивантеевки. 22 июня навсегда запомнится как День памяти и скорби. 100 тысяч свечей зажглось в этот день в Подмосковье. В Ивантеевке в субботу прошли памятные мероприятия. Лишь бы не было войны. В день начала Великой Отечественной, 22 июня, у мемориала «Скорбящий» памятный митинг. Мы хотим увековечить эту память наших рабочих, ветеранов. То, что, к сожалению, ветеранов и так остается мало. И нашу историю все политизирует, все, каждый из ее подстраивает под себя. А пока живы ветераны, мы хотим донести до наших детей ту правду, которая была. Правда фабрики Лукина – это эвакуация в Коканд 34 тысяч предельных веретен и работа на фронт в любых условиях. Фабрика производила белье для солдат и стропы для парашютов. Зима 42-го года была очень суровая, очень. На улице минус 32 и даже больше, а в цехах минус 15. Но в основном работали женщины, ну, конечно, были специалисты, их оставляли по броне. Вот, и подростки, которых начали привозить на фабрику. С фабрики Лукина на фронт ушло более 700 ивантеевцев. Не вернулись 227. Их имена выбиты на обелиске. И этот список только за последние годы пополнился 5 фамилиями, благодаря активной поисковой работе. В годы войны из Ивантеевки на фронт ушло 4500 наших земляков, 2500 не вернулись. Они были в совершенно разных городах и местах, и в этих урнах заложены горсти земли из городов-героев, с мест сражений. Под звуки метронома ветераны еле сдерживают слезы. Центральный митинг в Ивантеевке проходит у мемориального комплекса «Журавли». Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года в каждый дом нашей страны пришла беда. И поэтому мы должны чтить подвиг наших ветеранов. В этот день вся наша страна едина, и мы все чувствуем себя частью одного великого народа. На митинге вспоминают, госпитали располагались в техникуме и второй школе. И работницы фабрик после трудовых смен помогали раненым. Были организованы отряды местной противовоздушной обороны. И также ели хлеб по нормам фронтовым. Ивантеевка была городом прифронтовым. И здесь ковалась тоже победа. Цветы и венки к мемориалу возлагают представители общественных организаций, активисты молодой гвардии «Единой России», юнармейцы, клуб юных моряков, просто жители, все, кто помнит. Дед воевал в морском флоте. Ему сейчас 91-й год идет сейчас. Он рассказывал много чего о войне. Надо помнить, это наша гордость. Благодаря им мы сейчас живы и живем. А вечером у журавлей зажигают свечи. Акция «Реквием» 22 июня проходит по всему Подмосковью. Зажжение свечей – это дань памяти всем, кто защищал нашу страну. Мирное небо над нашей родиной в годы Великой Отечественной войны. Ивантеевка помнит. Анна Пыльцина, Николай Пантюшин. Программа «День за днем». Самый длинный световой день в году особо чтим йогами всего мира. Чем так примечателен этот день для людей, находящихся на пути самосовершенствования, мы узнаем из сюжета на правах рекламы. Самый светлый день года, 21 июня, проводится Международный день йоги.
Этой практикой люди занимаются уже более 4000 лет. В настоящее время йога представляет собой тесную связь между восточной философией и западным практическим подходом. Причем человеку необходим свой подход к йоге, каждый выбирает свое направление. Эмоции от занятий тоже у каждого свои. Здесь я получаю заряд бодрости, хорошего настроения. И вообще мне все очень нравится. И когда я сюда прихожу, я лечу на крыльях. А когда я ухожу, у меня крылья еще длиннее становятся. Когда-то очень давно я ходила на фитнес. Вот, ну, когда попала вот на это занятие йоги, ну, конечно, про фитнес я забыла и начала ходить только сюда. После занятия я кажу сильной и здоровой. Йога помогает людям разных возрастов и профессий, однако ее направления формировались не только исходя из возрастного принципа. В Ивантеевской студии Абхьяса созданы классы детская йога, женская йога, йога для беременных, йога Айенгарда, хатха-йога, йога флоу, ЛФК 55+. Главный выбор в йоге – это выбор преподавателя. Необходимо найти своего. Тогда знания будут приносить радость, а позитивные изменения не заставят себя ждать. Регулярная практика закрепит результат и сделает эти изменения необратимыми. Студия сравнительно молодая, и мы обязаны нескольким людям за то, что можем заниматься в этой студии, за то, что здесь есть материалы. Но студия очень хорошая, преподаватели грамотные. Вся йога, хоть она такая разная, но она об одном – о развитии человека, о целостном развитии человека – как гармоничной и самодостаточной личностью. Если у вас проблемы со спиной, или заклинила шея, или не поднимается рука, или депрессивное настроение, вам поможет лечебная физкультура с элементами йоги. Это надежный и эффективный способ продлить свою молодость в зрелом и пожилом возрасте. В студии йоги Абхьяса вы можете позаниматься у разных преподавателей, попробовать разные направления, ощутить особую атмосферу поддержки, теплоты и доброжелательности, которая является неотъемлемой составляющей любого занятия. Регулярно проходят дни открытых дверей, мастер-классы и лекции. Двери нашей студии всегда открыты для желающих узнать больше о йоге, как о способе саморазвития или просто позаниматься в хорошей компании. И о погоде. Во вторник, 25 июня, в Ивантеевке будет облачно с прояснениями. Утром от 14 до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22, а к ночи похолодает до 13 градусов. Магнитное поле неустойчивое. А в завершении выпуска наш подарок выпускникам. Завтра во всех городских школах пройдут выпускные балы. Глава города Максим Красноцветов поблагодарит за учебу и труд медалистов. А сегодня мы предлагаем заглянуть в архивы Ивантеевского телевидения и вспомнить 1 сентября 2008 года, когда нынешние выпускники впервые сели за парты. В этот день открылась новая первая школа. Смотрим, узнаем себя, вспоминаем. А я, Екатерина Друзьяк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Торжественную линейку первоклашки, их родители и учителя пришли еще задолго до официального начала. Первый раз в первый класс в новое здание пришло 108 ребят. Это 4 полных класса. Настроение в рядах сверхволнительное. Учителя первой школы за последние 3 года выпустили 7 медалистов. Более 80% выпускников поступают в высшие учебные заведения. С новым зданием новые возможности для творчества. Кружится, кружится вальс, сердце мое, мы твое. В Ивантеевское небо взмывают белоснежные голуби, а над школьным двором слышен звон первого школьного звонка. Впервые школа укомплектована под завязку. Чего тут только нету. И мультимедийные доски, и наглядные пособия. Каждый класс снабжен компьютером. В этом классе 25 мальчишек и девчонок будут учиться в школе полного дня. С 8 утра до 6 вечера. С трехразовым питанием и дневным сном. Так будет до 4 класса включительно. Ребята будут изучать письмо, чтение, математику, рисование и ряд других предметов. На самом деле такая школа, такое оснащение кабинетов. У каждого на столе подарки от губернатора. Занимательная игра «Азбука пешехода» и детский атлас мира. Они пришлись ребятам как раз кстати. Есть чем скрасить время до прихода родителей. Меня мама учила, как надо в школе. Не ругаться, дружить, чтобы
Олег Квасов, Николай Пантюшин, Сергей Денисов, Мария Мешкова и ТВ. Кто сегодня рано встал, в школу быстро прибежал? Ну, конечно, это я и со мной моя семья. Дети и радуются, и волнуются. А слезы ласковые опытные педагоги знают, как с ними справиться. На торжественной линейке ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Первоклассников в этом году меньше, чем в прошлом. Вместо 4-х классов – 3. В этом году 6-я экспериментирует. 1-й А и В станут классами полного дня. Ребята будут в школе с 8 утра до 3 часов дня. Попробуют в этих классах и новшества в образовательном процессе. Детей будут приручать к самостоятельному творчеству. Каждый 5-й выпускник гимназии – медалист. Дети играют праздничный спектакль. Главные персонажи – Незнайка, а также его друзья – Гунька, Знайка и Пилюлькин. Все дети от такого шоу просто в восторге. Никакой учебы! Целый день сидеть, писать! Нет! Пятиклассники, побед, открытий замечательных, событий, ярких, увлекательных, просторы знаний покорять и на отлично курс держать. У первоклашек дело не в проворот. Самое главное – безопасность. Поэтому Ирина Стогова говорит о правилах дорожного движения. Закрепить знания поможет настольная игра. А еще в подарок от губернатора малыши получили свои первые учебники. Книжки, вот какую. И еще много книжек каких-то непонятных. После первого урока слезы, если и были, то давно уже высохли. Первоклассники начинают осваиваться. Мне тоже нравится в школе. Там интересно вот книжки читать там и играть там вообще-то на перемене. Да, чтобы учиться. И на пятерке учиться. Да, чтобы на пятерке учиться. И очень хорошо себя вести. Мы пришли в 1-й класс! Первый раз для первоклашек звенит школьный звонок. Сегодня они главные герои любой линейки. В 3-й гимназии в этом году набралось 3 первых класса. Норма выполнена. Достойные гимназисты к школе готовились заранее, кто занимался в подготовительной группе, кто самостоятельно. В итоге разделились на 3 класса по различным программам. 2 гимназические и 1 общеобразовательная. Снился класс нам и не раз, в сентябре мечта сбылась. Утром форму мы наденем, взяли новый портфель и пошли мы в первый раз в 1-й класс. Я ваша первая учительница и научу вас читать, писать. Очень приятно. 1-й Б знакомится со своей первой учительницей Еленой Владимировной Лежепелковой. Она станет классной мамой для 28 ребят. Мне мама купила ранец, там все купила мама уже. Форм у меня много. Класс Б отличается от всей параллели. Во-первых, занятия будут проводиться по программе Занкова. Его методика всестороннего развития ребенка получила широкое распространение. По ней работает каждый 4-й учитель начальных классов нашей страны. В 3-й гимназии программа Занкова пользуется успехом с десяток лет. Детей в эти классы отдают по желанию. У них должны уже быть определенные навыки. Я читать умею, писать, считать умею. Во-вторых, у Бэшек сделан упор на занятия хореографией. Пока 2 часа в неделю и дополнительные уроки по желанию. Правда, в классе девочек намного больше мальчиков. Елена Владимировна – педагог со стажем. Этот учебный год для нее юбилейный, 25-й. Свой первый урок вместе с Чебурашкой она начинает с краеведения. Ведь Ивантеевке в этом году 70 лет, а первоклашкам – по 7. Слова «Родина» и «Ивантеевка» ребята уже знают. Настоящие занятия у школьников начнутся уже завтра. 1-я четверть для первоклашек пройдет в облегченном варианте. 3 урока и обязательная прогулка на свежем воздухе. Яна Чубарова, Николай Пантюшин, Анна Белова и ТВ. Цирковые представления для младшеклассников в нашем городе проходят уже много лет на ура и стали изюминкой Дня знаний для мальчиков и девочек. Нормально,
понравилось представление? Что тут показывали? Расскажи.